А еще громче нельзя? Это отвратительно. Пожалуйста, не вмешивайтесь не в свое дело. Спасибо. Приятель, ты знаешь, кто я такой? Мы с вами в детстве в одной песочнице играли. Почему вы зовете меня приятелем? Этот человек болен. Тогда пусть сидит дома. Дверь вон там. Ты послушай меня. Я хочу видеть хозяина заведения. Я и есть хозяин, козел. Проваливай. Мне не нужны твои деньги. Пойдем, дорогая. Хорошего вам вечера.